В Ядринском районе в селе Чаганары сгорел храм. Возгорание произошло 1 октября в полдень. Храм появился в селе в 18 веке. В последнее время в нем проводились ремонтные работы. Был обновлен фундамент, планировали возвести пристрой. Во время пожара прихожанам удалось спасти иконы. По данным МЧС, на тушении работали 9 единиц техники и 21 человек личного состава.